Приготуйся до захоплюючої подорожі в новий день. Разом з фотографом та професійним мандрівником Антоном Шовельовим. 2,5 місяця за год в общій сложності буває вдома. Скільки коштує організація експедиції? Страшно вслух произносити такі цифри. Які екзотичні страви насправді смачні? Составив список 10 самих отвратительних блюд в мірі. 7 з них я вже їв. Де найнебезпечніше знаходитись у світі? Крокодили в кожній лужі, як у нас жаби. Скільки паспортів потрібно мати, аби подорожувати у більше 60 країн світу? Проблеми виникають регулярно. А, ну поламався автобус. От туди і повертаємося. Друзі, сьогодні цей ранок ми зустрічаємо з людиною, яку частіше зустрінеш на інших континентах або аеропортах, ніж вдома. Просто зараз, ексклюзивно у нашій студії і щойно з літака, зустрічайте фотограф зі світовим ім'ям, професійний мандрівник Антон Шевельов. Привіт! Привіт! Антон Шевельов – професійний мандрівник з 25-річним досвідом. Мандрував у найвіддаленіші та найнебезпечніші куточки світу. Також є одним з найвідоміших українських фотографів. Неодноразово публікувався в авторитетних виданнях світу, у тому числі National Geographic. Ну, розповідай, прокидатися щоранку у кожній країні – це твоє хобі чи це професія? Это профессия, которая, точнее не так, это хобби, которое переросло в профессию. А в якому місці, у найбільш незвичайному місці ти прокидався? Виділити одне місце, наверное, не можу, но... Давай декілька. Прекрасне було утро на висоті 5500, коли за бортом було мінус 40, коли у мене внутрі по спальнику було мінус 15. Соляной отель в пустині, соляной пустині Саланчак-Уюні в Болівії, в капсульному отелі в Токіо, наверное. Не знаю, на самом деле очень много таких действительно интересных мест по роду деятельности. В аэропорту где-нибудь на коврике. Очень достаточно часто моё утро начинается. Ну, це просто неймовірно, і мені здається, що це просто потрібно любити. Ти вже рахував, скільки років ти взагалі мандруєш? Ну, якщо говорити о путешествиях як не о професії, а о стилі жизни, то фактично всю жизнь. Мої родители походники водним большим стажем і самого-самого раннього дитинства мене брали. Про батьків хотів би поговорити. Я знаю, що в тебе не просто так, таке в тебе хобі і професія. Розкажи, будь ласка, трішки. Ну, наверное, для начала нужно рассказать о дедушке. Это папа моей мамы, Григорий Борисович Магальник, который был журналистом-международником ИТА «Артас» Харьковского, который объездил в те времена, когда в Советском Союзе мало кто еще ездил за границу. Больше 40 стран он посетил. Потом мой отец с моей мамой брали меня всегда в поход, и мы очень много объездили России, Белоруссии, водные походы, Брянские леса, много всего. Потом в школьном возрасте я путешествовал, ну, относительно недалеко. Очень много раз были в Крыму, а в институтском уже времени начали путешествовать с друзьями. И тот момент, когда хобби перешло в профессию, достаточно сложно вот этот момент как-то выделить, потому что это настолько все было органично, само по себе потихонечку все перетекало. Вот. Мой отец до сих пор занимается походами, они участвуют с мамой, есть такие соревнования, архипелаг О, проводятся с конца 80-х годов в Нектарской области. Есть уникальные плавни, самые большие в Европе, и там проводится водное ориентирование. Есть такой спорт, спортивное ориентирование, это есть так называемые КП, контрольные пункты, где нужно по специальной карте с легендой их искать. И совместили байдарки вместе с ориентированием. Получилось такое водное ориентирование, уникальный достаточно вид спорта. Вот они очень много лет участвуют, там, легендарные, неоднократно побеждали и в своей категории. И до сих пор продолжают этим заниматься. Отцу сейчас 65 лет. Вот он сейчас вернулся из Одессы с соревнований по шоссейным велогонкам, занял второе место. Поэтому у нас, да, у нас это семейное. Наверное, даже если бы я не хотел путешествовать, все равно это как-то бы повлияло на мою жизнь, даже если бы я сейчас не занимался профессиональным путешествием. Я в шоці цього сімейного хобі і від такої любові. А скільки вже закордонних паспортів ти змінив? 4. Зараз у мене 5-й, 4-й і 5-й паспорт. А як ти проходиш митницю? Мені здається, через те, що ти так багато
подорожуєш, що, кожного разу, коли ти приходиш до аеропорту, тебе вже, мабуть, митники знають і вітаються з тобою. Це так? Діло в тому, що не зовсім. Діло в тому, що вони постійно міняються, у них нет постійно, щоб хтось працював. Поэтому кожен раз різні люди. А вообще, я когда-то работал в свое время в авиакомпании фотографом-дизайнером Днепр Авиа. И там, конечно, меня в аэропорту все знали, я очень легко проходил. Сейчас немножко сложнее проходить, потому что, во-первых, появился дрон. И дрон достаточно такая штука, которая вызывает у пограничников достаточно много вопросов зачастую. Ко всему прочему, во мне достаточно много металла в моем организме. Всяких штифтов, болтов. И достаточно часто, в зависимости от настроек рамки, я звеню. Естественно, это вызывает вопросы и меня в твою сторону. Поэтому когда как. Единственное, что в Борисполе очень хорошо сделали по мастер-карду, по платине, по визе. Можно проходить фастлайн. Это очень удобно, действительно. Ось хотів якраз запитати в тебе про рюкзак. Я бачу в тебе величезний рюкзак, і я знаю, що там велика кількість техніки. Як із нею ти проходиш кордон? Чи бувають, чи трапляються проблеми, і які, мабуть, найсмішніші ситуації траплялися з проходженням твого рюкзака митниці? Ну, проблемы возникают регулярно, особенно на каких-нибудь лоукостах, где достаточно жесткое ограничение веса и размера. Это моя ручная кладь. Она бывает, да, она бывает тяжелее, чем мой багаж. То есть бывает и 20, и 22 килограмма. И когда ко мне начинаются вопросы по размеру, я начинаю это все, чем хороши современные рюкзаки, у них очень много утяжечных я это все дело упихиваю, да. Во-вторых, практически 80% всего, что находится у меня в ручной кладе, это фототехника и ноутбук, который фактически не является ручной кладью. Поэтому у меня репортажный разгруз, который у меня объективы, я вешаю их на себя, ноутбук под мышку, рюкзак становится 2-3 килограмма, и даже придраться фактически ко мне не о чем. Пытаются регулярно, но ни разу в жизни я еще не доплачивал сверху за ручную кладь. Щоб таскати такі речі, потрібно просто мати сталеві м'язи і сталеву витримку. Есть опять же такие вещи, как издержки профессии. У меня проблемы со спиной, которые я постоянно регулярно, каждое утро поэтому делаю зарядку. Даже не потому, что это какой-то тонус, потому что у меня такая работа, что я всегда в тонусе, но потому что это действительно фототехника, которая на тебе там 10-11 часов в день, которая весит там 11-12 килограмм. Это достаточно существенно на организм. А як ти готуєшся до зустрічі із новою країною? Ось ти, наприклад, обрав, що сьогодні я хочу полетіти туди, не знаю куди, бо я там ще не був. Як ти готуєшся до зустрічі? Обязательно, конечно, інтернет сейчас дает вообще невероятные. Главное умение вообще работать с поисковыми системами, уметь отделять. Я всегда очень часто говорю клиентам, что первое дело, что важно в путешествиях, это не читать форумы. То есть надо уметь, потому что форумы зачастую дают настолько информацию неправдоподобную, да, что люди начинают мне говорить, у меня, я говорю, ребята, откуда вы это взяли информацию? Ну там ну совсем не так. Мне как, ну я читал на форуме. Я, ребята, говорю, я там 10 раз был, например, тот же Непал. Очень такая стереотипная страна, и про нее есть очень много каких-то вещей на форумах. Читаю информацию, очень много читаю истории страны, потому что история страны является, нельзя... Там, например, Япония – страна с тысячелетней историей. Нельзя в нее приехать и понять ее. Я ее понял не с первого раза, и не с второго, и не с третьего. Это действительно интересная страна. Для того, чтобы понимать больше менталитет этих людей, нужно читать историю, конечно. Очень многие начинают просто читать, куда пойти в Токио, а на самом деле это немножко не то, что нужно читать. А еще потребно читать. Наприклад, я хочу сам подорожувати, хочу полетіти в Токіо. Що мені вбивати в Гуглі, щоб я просто одразу дізнався інформацію? Якщо говорити о місті, то однозначно їда, в першу чергу. Їда являється такою ж частиною культури, как и этнос, как и архитектура, все остальное. Очень многие люди, я, например, в Гонконге, у меня знаком спрашивает, а где там европейская еда? Я говорю, ребята, это Гонконг, это столица вообще азиатской гастрономии, куда собралась конгломерация всех разных типов кухонь, великолепная сычуанская, кантонская кухня. Поэтому точно так же знать историю Гонконга, почему эти люди там все собрались, дает гораздо больше, чем чтение там какой-то истории самого города сейчас, куда сейчас пойти посмотреть. Однозначно история. Однозначно прочитать про на том же TripAdvisor какие-то заведения посмотреть, которые
представляют местную кухню, действительно. Почитать отзывы, посмотреть, если отзывы пишут много европейцев, то зачастую это значит, что это достаточно туристическое популярное заведение, и не говоря уже даже вопрос о цены, это будет заведение, в котором больше адаптировано будет под европейцев кухня. Там, в том же Таиланде европейские заведения стараются не таким делать острым. Хотя острота, есть такое понятие, острота, составляющая вкуса. И в Азии азиатская еда не может быть, например, в Таиланде, не может быть не острым том ям, это уже не том ям. Однозначно музеи, конечно, исторические, краеведческие музеи дают достаточно представление о стране, о этапах становления, по которым, как маленький пазл, интересно составлять вообще, понимать, почему она сейчас, эта страна или этот город конкретно находится в таком вот виде. А коли подорожуєш, як часто ти зустрічаєшся із ризиками під час подорожей? Тому що ти подорожуєш просто дуже багато і по дуже різних країнах. Наведи якийсь приклад, один хоча б. Коли це професія, коли з тобою ще люди, форс-мажор зачастую достатньо така. І ну, ситуація неприятна, тому кожен турлідер і чоловік, який возить людей, професійний путешественник, в першу чергу, він кризис-менеджер. Его задача быть устойчивым к стрессу и уметь решать ситуацию здесь и сейчас. Ну, самые простые варианты — это Азия, Латинская Америка. Отменили самолет, под который подвязано все. Вот у нас буквально была ситуация. Мы выезжали с Пантанала в Бразилии. Это самое большое заболоченное место на планете, в котором самое большое количество диких животных в естественной среде на 1 километр квадратный. Это уникальное действительно природное явление. И действительно уникальные животные, где крокодилы в каждой луже, как у нас жабы, где орлы, ну, в общем, все на свете. И мы опаздывали, при том, что у нас под самолет мы должны были... Есть такой городок Кампо-Гранде, это столица называется Бразильки Техас, потому что там очень много коров. У нас вылет подвязан так из Кампо-Гранде в Рио-де-Жанейро, что у нас буквально 4 часа разницы и вылет из Рио-де-Жанейро, международный перелет, который стоит $1200. Мы на этот самолет опаздываем по причине бразильской принимающей стороны. И, конечно, одно дело, когда ты сам стоишь, другое дело, когда за тобой стоят твои туристы. Поэтому тебе еще нужно решать, взяться, ну, то есть не растеряться всегда. Поломка автобуса в Непале — это вообще абсолютно нормальная вещь, на которую просто всегда нужно не то чтобы там рассчитывать, но абсолютно нормально к этому относиться и сразу всех предупреждать. В Непале есть прекрасный аэропорт, называется Лукла, один из самых опасных аэропортов в мире. Это такая наклонная площадка 420 метров длиной, которая заканчивается обрывом почти километр. И самолет летит маленький, там 14-местный, его мало того, что его там колбасит очень сильно между гор, он садится примерно так. Он летит, а потом делает вот так вот. И ты прямо видишь вот так вот в окно пилота, потому что ты прямо сидишь за ним, никаких шторок, ничего нету, и этот самолет туда летит. И года два или три назад мы просидели сутки, потому что не могли вылететь, а у всех точно в Катманду подвязано под вылет. А у меня друзья в прошлом году неделю просидели в Лукле, потому что погода нелетная, самолеты не летают, соответственно, выехать оттуда практически невозможно, на автобусе очень далеко и долго он оттуда не ходит, пешком неделю идти. Поэтому такие вещи, это вообще, это просто, я даже уже, ну поломался автобус. Так буває. Окей. Ти... Антон, а на що ти ладен заради цікавого кадру? Сейчас на этот вопрос отвечать проще, потому что появились дроны. А буквально еще 3-4 года назад, когда дронов практически ни у кого еще не было, у меня так точно его не было. Я регулярно находился на мачте, то есть на высоте там 30-35 метров. В сильный ветер, в качку, в открытом море. Очень часто в горах приходится залазить туда, куда в обычной жизни нормальный человек не полезет, естественно. И с моей камерой я висел на ледовых стенках и находился на маленьких таких горных пяточках на обрыве. Стараюсь совместить между собой красивый кадр и какой-то здоровый глуст, но всякое бывало, как говорится. А ты рахував кількість травм, які траплялися с тобой, и скільки переломів в тебе було? Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, переломов у меня... серьезных один, но очень серьезные. А травм было очень много, конечно, ну так на пальцах не сосчитать. Маленькие переломы, трещины в кости, это достаточно не то чтобы регулярное, но абсолютно нормальное явление для моей профессии. Чи поділяет твій інтерес твоя дружина? Чи подорожуєте ви разом? Это, наверное, один из самых главных и сложных вопросов, на который мне отвечать. Потому что
У нас четкое разделение в семье. Я хожу в горы, а жена... В последнее время она со мной путешествует, но у нее четкое условие, чтобы это были достаточно комфортные путешествия. Однажды, два раза нет, я ее брал в горы, и после этого она сказала, что я все поняла, вперед. Да, дальше там зови море, отели, а так... для меня самое важное, что моя жена вообще понимает, чем я занимаюсь, разделяет мое увлечение и ну, понимает, почему у меня так часто и много нет дома. А сколько разив на рик ты бываешь дома? Сколько раз в году я не смогу посчитать, это достаточно сложный вопрос. Я в прошлом году считал, что где-то в среднем 2,5 месяца за год в общей сложности я бываю дома. А коли ти все ж таки дома знаходишся, чи виконуєш ти обов'язково якісь хатню роботу, одразу все робиш, там забуваєш цвяхи? Да. Я давно для себе вивів, опять же, таку формулу достатньо, не скажу, як ідеальних отношений, но щоб було всім комфортно. Я стараюсь всю роботу по обработке фотографій, матеріалу, сортировки делать в длинні перельоти, 10-11 часов, длинні переїзди. Поэтому, коли я вдома, я стараюсь посвящати все-таки время сім'ї. Тому що, якщо я роботою буду займатися ще й вдома, ну, тоді, звісно, буде. От зовсім недавно газовий счетчик треба було ставити вдома, і я, собственно, ручно перебрав пол кухні. А як тебе зустрічають твої дівчатка, коли ти повертаєшся з експедиції? Чи готують вони для тебе якийсь сюрприз щоразу, можливо, якась розважальна програма? Да, це взагалі так приємно завжди. Мені дочь рисує, у нас дві двері, внешня наружу відкривається, а внутрішня – внутрі. Мені дочь рисує завжди всякі рисунки. Там, папа с возвращением, так приятно. Нарешті, тату, я думаю, побачила. Жена готовит что-то вкусное из того, что я люблю очень. Ну, вот. И, конечно, ну, они очень ждут, когда я вернусь. К сожалению, я ненадолго возвращаюсь часто, но это всегда очень замечательные и трогательные моменты. Когда Маше, мою дочь зовут Маша, и когда ей было, ну, лет 5, наверное, она достаточно самостоятельный ребенок, мне это очень нравится, и я в ней очень это воспитываю, потому что в жизни это очень всегда... полезно. Ей было когда лет 5, она приготовила мне яичницу. Она была очень много скорлупы в этой яичнице, но это было настолько мило, трогательно и вообще замечательно, что вообще отцовское сердце всегда обливается слезами. Слезами радости, естественно. А як щодо фізичної форми, яку зарядку ти робиш? Чи робиш ти її з дружиною, з донькою? Зарядку делаю обязательно, во-первых, для поддержания вообще, в принципе, физической формы себя. Во-вторых, потому что у меня достаточно сложный перелом был, и если не буду делать зарядку, то а нагрузки постоянно достаточно серьезные, тем более, что восхождение вожу как горный гид. Поэтому обязательно практически каждый день делаю зарядку, особенно в поездках, для того, чтобы поддерживать себя. Во-первых, зарядка, потом на целый день ты прям такую бодрость, чем ты встал, ты вяло куда-то пошел, что сделал, там, зубы почистил и поехал на работу. Поэтому обязательно делаю зарядку. А зі мною зараз робиш зарядку, покажешь якісь хоча б справи, які робити? Елементарно. Ну що ж, друзі, я запрошую вас приєднуватися до нас і починати свій бадьорий ранок із зарядки. Антон, давай, показуй мені рухи, які ми будемо робити і прокидатися. Ну, для начала, конечно, самое главное и первое, что нужно делать, это всегда начинать нужно очень мягко. Меня очень сильно пугают люди, которые встали и начинают там скакать что-то. Да. То есть наш организм, тем более с утра, он, то есть всегда обязательно я делаю с растяжки спины. Ой, ну это дуже приятно, это, я люблю это. Да, то вообще, все, что должно быть, все Кайф. Должно быть. Приятно, а не через силу и все остальное. Сгоден с тобой. Вот. Так как у меня такая работа, что всегда ноги, спина, то я начинаю всегда разминочные ножные разминки. Всякие да, мягкие растяжечки, задние, боковые, назад можно ногу потянуть. Ну, все это делается 10-15 минут каждое утро. У каждого на самом деле это время есть, а это большой-большой задел на будущее. Обязательно делаю планку. Планка действительно, она сейчас очень популярна и не зря, потому что она действительно держит корсет спиной, то, что вот всем нужно. Мы очень много сидим, все мы сутулые. Это такая большая проблема. Вправо феномен, я тебе так скажу. Вправо феномен, так. Тому мы давай стоим, зараз постоим у планки с тобой. Главное держать спину ровненько, смотреть вперед. Ты використовуешь какие-то модификации планки?
Чи просто статика? Ні, це абсолютно звичайна статика, да. Можна руки в замок, можна ровно. Це не така велика проблема. Я вже відчуваю, як напрягаються м'язи в мене. Мені так подобається, як дрожать прямо мишці всі. Спина, ноги. Скільки так потрібно стояти? Скільки ти стоїш? Я стою. Починав секунд з 20. Зараз десь півтори хвилини я стою в планці. Ого. Ну що ж, друзі, ви не, ну, просто починайте з чогось, і тоді ви будете, так як і Антон, стояти півтори хвилини. Що ще робиш? Обов'язково спину тягну, після того, як... Ну, після травм, звичайно. Да, у меня большая проблема с поясницей, поэтому... Ты бы растяжка краще, ниж у мене. Вот. Тут важно, чтобы ровные были ноги, и не надо тянуться. Еще тоже такое я заметил, что все стараются максимально там вообще до какой-то там... До... чуть ли не разрыва всего. Нужно все мягенько, аккуратно. Еще делаю такие вещи, это, ну, примеры из йоги, которые действительно дают... То есть мы становимся и максимально... Витягуємося наверх. Ой, ну це взагалі, це просто не вправа, а якесь задоволення. А потім... Для початку. Ділаємо маленький домик. А як це? Це має якусь назву? Возможно, я не такий великий спеціаліст в йогі. Я ділаю просто... Да, це настільки приємно і після цього... Дуже круто, розтягуються м'язи і взагалі таке приємне відчуття. Слухай, класну зарядку ти робиш. Давай, коли ти будеш приїжджати в Україну, я буду приходити Давай. До тебе на зарядку. Ще є дуже прекрасне упражнення, яке мені коли-то показав чоловік, який займався моєю реабілітацією. Становиться так, витягуєш ліву ногу і праву руку. Ага. І таке на координацію вправо. На, ну, на координацію, плюс на скручування мишць, ага. Теж на поясницю. І те ж саме акуратненько повертаємося. Изменишь. Ровный длинный вдох, ровный длинный выдох. И точно так же делаем. Вот секунд. Класс. 20. Ну, насправді, ти знаєш, нічого складного, окрім планки, немає. Все дуже приємно, просто якраз те саме, що потрібно для зарядки. Да, щоб мишці прийшли в тону, щоб все було еластичне, щоб наші зв'язочки, мишці, щоб, да, ніякої нагрузки, я там не бігаю з гантелями по 50 кг, ні 800 кг не віджимаю ногами, просто для того, щоб організм завжди був дійсно в тонусі, щоб було приємно, легко, і потім дійсно ти прямо після зарядки холодний контрастний душ і взагалі супер. Дякую тобі за круту зарядку. Я впевнений, що ви робили її разом із нами. Ну, а ми повертаємося до нашої приємної розмови. Антон, судячи з твого фото в Інстаграм, можна зробити висновок, що ти дуже гарно готуєш. Це правда чи фотошоп? Це правда. Ну, опять же, я не люблю відповідати на такі вопроси, тому що, ну, я не можу сам про себе розказати, що я дійсно там хорошо готовлю. Я вмію готувати, і це подобається людям, які це їдять. Я отак люблю відповідати на цей вопрос. А яку найекзотичнішу страву тобі доводилось куштувати? Это один із моїх теж любимих вопросів, тому що, як я вначале говорив, що їда являється частиною культури, и я стараюсь поэтому в каждой стране, в которой есть удивительные какие-то блюда уникальные, попробовать. Есть французский повар, о, вылетел из головы, ну, в общем, который составил список 10 самых отвратительных блюд в мире, 7 из них я уже ел. Поэтому сказать какое-то одно блюдо достаточно сложно, ну, начиная от самого простого, то есть у племени масаев кровь с молоком, живые личинки. На Филиппинах есть прекрасное блюдо, называется балют. Это запеченное утиное яйцо, в котором уже сформировался зародыш. Хаукарль – тухлая исландская акула. Сюрстрёминг – это квашеная, протухшая. На самом деле это не селедка, это салака, по-моему. Вот, ну, удивительное, прекрасное блюдо. Очень люблю столетние яйца, они называются еще мраморные. Это в Китае, которые, о, ты как человек, который жил в Китае, должен знать, которые делаются в бескислородной среде, в щелочи обмазывается золой с глиной. Я их очень люблю. Хотя, когда мы были в Тибете, мне даже мои друзья сказали, пожалуйста, возьми свое блюдо, выйди на улицу, доешь, тогда и возвращаемся, потому что оно достаточно специфически пахнет. Есть прекрасное блюдо, называется свит в той же Исландии. Это половина овечьей головы вареная, прям целиком, с глазами, с зубами, с языком. Вкусно.
А ваших туристів ви також заманюєте спробувати ці екзотичні страви, чи вони не ризикують? Я стараюсь, звісно, розказати історію цього блюда, не просто сказати, от, є варену овечу голову. Тому многі, звісно, пробують. Но большинство, особенно там Хау Карль, я всегда делаю в Исландии такой аттракцион для своих ребят, не все, а как правило 70% просто со стороны смотрят на этот процесс. А ты куштуешь стравы в разных местах, чи намагаешься их готувати? Я люблю очень готовить, и для меня последние 3 года стало очень-очень прямо таким моим родным. И это азиатская еда, в частности индонезийская, малазийская, тайская кухня. Я стараюсь готовить, я готовлю очень много. Том-ям я готовлю практически каждый день дома. И у меня зачастую жена с дочерью такие приходят домой, о боже, опять том-ям. Вот, поэтому я сам с тихой грустью сажусь его кушать. Я много экспериментирую с азиатской едой, мне всегда интересно что-то новое, я везу отовсюду, мне все везут соусы, я отовсюду везу, у меня полный морозильник забит галангалом, лемонграссом, кефирлаймом, и мне жена уже тихонько начинает намекать, что пора как-то там или отдельный, может, даже морозильник себе где-то в кладовке, потому что для обычной еды уже в холодильнике места не очень много. У меня половина холодильника — это соусы, половина морозилки — это забито всякими специями. И стараюсь в странах, где я бываю, конечно, попасть на кухни. И мне это удается, это мое такое маленькое хобби во всяких разных странах, в ресторанах, в отелях, на кухне я что-то готовлю для своих друзей и туристов. А яка твоя коронна страва і як часто ти її готуєш для дружини та доньки? Мою коронну страву дружина та донька їсть дуже, дочь взагалі, пару разів пробувала просто сингапурська лакса і том-ям. Хоча жена, яка раніше взагалі цього не їла, періодично навіть просить, щоб я її трохи приготував, особливо сингапурську лаксу. Обожнюю том-ям, і я наступного разу обов'язково тебе запрошу до нас у студію, для того, щоб ти приготував його на нашій кухні. Я знаю, що ви організовуєте різноманітні експедиції. Скажи, будь ласка, чи по карману вони середньостатистичному українцю? Це достатньо больний вопрос, тому що, в принципі, путешествие не самое дешевое удовольствие, начиная от авіаперельоту, заканчивая. Но, как правильно говорит мой друг, что проблема дорогих стран не в том, что они дорогие, а в том, что мы мало зарабатываем. У нас компания с другом Акуна Матата Экспедишн называется. Мы возим по всему миру, стараемся делать не самые туристические маршруты, интересные страны, стараемся показать людям страны с внутренней стороны и страны, которые интересные и не совсем заезжены. То есть мы практически не делаем Европу, не считая Норвегии, Исландии, Фарерских островов, хотя я считаю, что это не очень Европа, это достаточно специфические страны. Вообще Скандинавия и Европа, условно достаточно Европа. Много Латинской Америки, много Азии, много Непала. Открываем сейчас дальние страны, вот я только вернулся как раз из Новой Зеландии. На Новый год будем Австралию делать. Вот у нас летом Гренландия и Фарерские острова. Удивительный, замечательный такой край, суровый, но очень интересный. А хто із зірок приймав участь у вашій експедиції і чи змінювались вони під час подорожі? Ну, путешествие — это всегда маленькая жизнь, поэтому в любом случае путешествие каким-то образом влияет на человека. Сказать, что прямо вот кардинально человек поменялся, я, наверное, такого никогда не видел. И, ну, опять же, что такое звезды? У меня есть замечательная подружка Лера Гузема, которая ювелир. Вот мы с друзьями в прошлом году путешествовали, у нас был проект совместный с Surfing.ua, Саша Педан, мой замечательный друг. Вот, я им показывал Норвегию. Много достаточно людей путешествует с нами. Я не хотел кого-то выделять прямо конкретно, рассказывать. Вообще, я очень люблю путешествия за то, что каждый раз знакомишься с интересными какими-то людьми. У тебе робота просто мрія. Як тобі вдалося мандрівки перевести у професію? Очередной непростой вопрос, на который нет конкретного прямого ответа, что вот так и так. Сегодня как раз вечером читаю лекцию, которая называется «Бросить все и начать путешествовать». На самом деле за такой видимой картинкой прекрасного и вообще удивительной мечты работы скрывается такая же работа, как остальные, со своими большими минусами, со сложностями, с большим перенапряжением. Как я пришел к этому? Нет конкретной формулы «возьмите, сделайте это, после этого бросьте все, и вы начнете зарабатывать».
Мне очень везет по жизни с друзьями, поэтому сказать, что я как-то в какой-то момент бросил все и начал путешествовать, и это стало моей работой, я так не могу, потому что это все с течением большого количества обстоятельств, каких-то знакомств абсолютно случайных, которые переросли потом. Мой друг Андрей Нарыжный 8 лет назад организовал компанию Акуна Матата Expeditions, и в то время, когда мы с ним познакомились, я работал в другом проекте, просто фотографом, горным гидом, главным фотографом One Life. И Андрей долго меня звал к себе, и в какой-то момент у нас был такой серьезный разговор, как раз я сильно поломался, и он предложил мне партнерские отношения, и мы с ним стали партнерами, компаньонами. Хотя я работал много лет, 10 лет графическим дизайном занимался, но параллельно я путешествовал, и всегда все вещи, которые со мной случались, которые привели меня к тому, что сейчас есть, они были такие, не было никаких жестких переходов, резких. Мандрівки – це не лише квитки на авіаперельоти і ще щось. Це ще спорядження. Скажи, будь ласка, що обов'язково є в твоєму рюкзаку і скільки коштують ці спорядження? Так як я професійний фотограф, то у мене, звісно, дуже багато фототехніки. У мене з собою завжди обов'язково моя камера, об'єктиви, дрон. Благо, что сейчас дроны появились, которые можно уже небольшие, компактные, потому что еще там 2 года назад у меня был отдельный чемодан с дроном, который, например, тот же Визер, который одноручная кладь. С этим дроном у меня были огромные проблемы. Я вплоть до того, что я договаривался в очереди с незнакомыми людьми, у которых ничего не было в руках, чтобы они несли мой дрон. Обязательно у меня есть первичная аптечка, потому что есть много стран, где даже обычный, грубо говоря, аспирин нельзя купить без рецепта. Поэтому какие-то жаропонижающие от живота, от температуры, ну какая-то первичная аптечка, которая обязательно должна быть. Обязательно у меня с собой маленькая надувная подушечка из разряда must-have вещей. Очень часто я даже с собой беру, у меня есть экспедиционный каремат надувной и маленький спальничек. Очень много есть ситуаций, когда просто в аэропорту я одеваю вот беруши и повязка на глаза. Вещь, которая вообще не вот просто, это первая вещь, которая у меня обязательно в рюкзаке. Я очень сильно переживаю, когда там теряю повязку или у меня под руками нет беруш. То есть в любой момент, потому что зачастую спать приходится не тогда, когда я хочу, а когда есть возможность. Я давно перешел тот момент, когда там, ой, неудобно, стыдно, то есть у меня есть момент, когда у меня маленький гамак есть, Sea-to Summit-овский, австралийская, есть прекрасная компания, которая выпускает уникальное экспедиционное снаряжение, когда я в Шипхолле, аэропорту Амстердама, повесил себе гамак и лег в него, и мне было прекрасно удобно, ко мне пошли 2 полицейских ночью, и уже не помню дословно, как они, я говорю, что нельзя вешать, они говорят, да нет, ну, даже не знаю, можно или нельзя, просто интересно было подойти и посмотреть. Говорит, мы первый раз такое, столько здесь работаем, первый раз такое видим. Ноутбук, картридеры, то есть на 90% мой рюкзак вещей состоит из техники, которая мне всегда нужна, потому что ее нельзя, во-первых, вручную кладь, в багаж сдавать, потому что, ну, это опасно для техники. Много историй. Где-то ударили, кинули, что-то произошло. Винчестеры с материалом. То есть, на самом деле, вещей каких-то таких, как таких вещей, то есть запасная футболка, микрополотенечко, зубная щетка, все остальное – это фототехника. Скільки потрібно грошей, щоб зібратися в експедицію із технікою і повною таким рюкзаком, який у тебе? Ну, мой рюкзак… Коштує дуже багато. Страшно вслух произносити такі цифри, да. Мне очень повезло, я сейчас являюсь бренд-амбассадором и лицом марки Marmot в Украине, поэтому хотя бы здесь я не трачу деньги, мне это все выдают, одежду мармотскую, потому что экспедиционные вещи, особенно сейчас высокотехнологичные, стоят денег. Чем легче экспедиционное снаряжение, а все знают, что вес в походе достаточно существенное, если в Непале за тебя несут портеры, большинство твоих вещей, то большинство есть походов, где никого рядом с тобой нет, ты сам на себе все несешь. Поэтому за каждый, грубо говоря, геометрическая прогрессия увеличивается цена при облегчении. Если с нуля особенно собираться сейчас, то, конечно, не дешевое удовольствие. Особенно серьезные, высотные, холодные походы, горные. Все это очень стоит очень дорого. Спальник и $1000 может стоить. У меня каремат за 10 тысяч гривен. Скажи, будь ласка, чи використовуєш ти якісь сучасні тревел-додатки, які допомагають сформувати список речей, які потрібно взяти з собою?
Да, так как у меня, во-первых, абсолютно ненормированный рабочий день и график, для меня не существует, например, дней недели. Меня, например, там мама кто-то спрашивает, а какой, когда ты прилетаешь? Я говорю, ну там 21 числа. Она говорит, а день это какой? Я говорю, не знаю. Я не знаю, я очень часто бывает выхожу в город и не понимаю, что происходит. Звоню жене или пишу, она говорит, так сегодня там праздник, или сегодня выходной. Я использую программу MapsMe. Это, наверное, лучшая программа. Офлайн, самое главное, что она офлайн. То есть загружаются карты, и даже трекинговые маршруты она показывает прекрасно, не только дороги, она работает как навигатор. Я использую сейчас гугловскую программу, которая позволяет делать списки, потому что запомнить, держать в голове то количество вещей, которое у меня зачастую сложно, ко всему прочему, мой человек очень рассеянный, и она мне очень помогает. Даже если раньше мне жена писала на бумажечке в магазине, что купить, и я там отрывал, то сейчас я прям в программе себе это все делаю, и когда я что-то покупаю, что нажимаешь кнопочку, и оно улетает. Очень-очень удобно. Очень много есть специфических программ, которые под каждую страну. В Норвегии есть программа, которая показывает расписание паромов, потому что в Норвегии очень много паромных переправ, и у них есть свой график работы, и время закрытия, время открытия. Она показывает в Латинской Америке автобусные программы, которые показывают. Во всех странах я стараюсь, при том, что в каждой стране есть своя, я стараюсь найти программу, которая показывает, либо имеет связь с спасателями местными, потому что у них всегда самая правильная информация о погоде. Например, в Исландии есть программа, которая показывает сейсмически активные зоны. А вот мы ходим каждый год поход через Лангманауэр. Это цветные релитовые горы, невероятно красивые. Там последний день называется «Аллея вулканов». Достаточно длинный переходной день, там 30 километров. В прошлом году в ночь перед выходом туда была зафиксирована очень сильная активность сейсмическая, и это в программе я все видел, поэтому это, ну, нас спасло от того, что мы бы прошли огромное количество расстояния, пошли бы на перевал, поднялись, а он оказался бы закрытым, и мы бы никуда бы не успели. Поэтому такие вещи я стараюсь всегда отслеживать, быть на связи. Все остальное Google сейчас решает. У яких экзотичных місцях ты бував? Наверное, одна из самых, ну, даже не мест, а стран, я бы рассказал даже больше о странах. Боливия. Удивительная страна, где каждый день, когда тебе кажется уже, что ну все, ну чем тебя уже удивить, и каждый день что-то новое. Исландия. Настолько марсианская, необыкновенные пейзажи. Собственно, не зря там «Игры престолов» снималась. «Властелин колец» вот в Новой Зеландии снималась. Удивительные действительно места. Солончак-Уюни, наверное, вообще это место, которое меня поразило настолько. Самое большое высохшее озеро с соляным покрытием, где толщина соли местами достигает 10 метров, где НАСА калибрует свои приборы и спутники. Настолько много стран и мест, что я даже не знаю, за что хвататься. Это нужна отдельная передача для того, щоб розказати про всіх удивительних містах. Антон, я для тебе підготував невеличке завдання. У нас є ось такі пропорції, які тобі потрібно буде встромити у нашу карту світу в ту країну, де відбувалося те, що я зараз тобі буду говорити. Гаразд. Готовий? Так, завжди готовий. Отже, відповідаєш швидко і встромляєш прапірець. Яка країна була для тебе найнебезпечнішою? Непал. Де придбав найкрасивіший магніт? О, в Уганді. Яка країна найбільш дружня? Опять хочу в Непал вставити. Столько вони такі, взагалі всі дружні. Ісландія. Де довелося багато пити? Везде, ну, звісно, Грузія. З якої країни або місця ти привіз заборонені речі? Із Нової Зеландії не можна гроші вивозити, я їх вивіз. Я знаю, що ти полюбляєш колекціонувати фото люків. Так ось, де найоригінальніший люк ти знайшов? Однозначно Японія. Японія, добре. Де ти отруївся? Продовжуємо нігде. Далі наш бік. У мене абсолютно недолізький жлудок. Добре. В яких країнах ти підкорював вершини? Непал. А, давай поставимо Танзанію. Раз уж у нас є вже Непал. До якої країни ти хотів би ще раз повернутися? О, флажків не хватить везде. Болівія. У якій країні ти готував щось дуже дивне? Ну, для тебе. На Аляскі. До якої країни тобі вже набридло їздити?
Я ну, така. Не так, чтобы... Нет, таких стран нет, хотя я в Норвегии был раз 10, в Исландии много, так в Непале. Ты не очень любишь повертаться. Вот я бы не хотел вернуться на Мальдивы. Ага. Где нас тут Мальдивы? Дуже дивно. З якого місця чи країни ти привіз найбільше світлин? Ну, пусть будет Норвегия. А де найсмачніша вулична їжа? Однозначно Гонконг. Ой, Бангкок. А яка країна тобі запам'яталась найбільше? Ты такие сложные вопросы мне задаешь. Ну, наверное, Боливия уже есть, Исландия есть. Хотя вот, наверное, ну вот Новая Зеландия тоже есть. Давай, Япония давай, есть давай, уже, давай. Что делать? Ну, вот давай пусть будет это Сингапур, потому что он действительно удивительный. И ну, действительно удивительный, странный город из будущего. Антон, скільки прапорців тобі потрібно для того, щоб встромити їх в усі країни, які ти був? Всього я був в 63 странах. У вас здесь не хватає флажков. Антон, дивлячись на карту, там, де ти бував, простіше запитати, де ти не бував. А Україною мандрував? Очень много. Дуже багато. Які наймальовничіші міста можеш порекомендувати? В этом году на Новый год мы делали с нашими друзьями корпоратив для нашей компании. В удивительном месте в Карпатах называется Смолода. Настолько удивительные девственные Карпаты. Я в Карпатах очень много где был, но на меня такое вообще впечатление произвело. Вообще, конечно, в Украине очень много удивительных мест. У нас в прошлом году был совместный проект с Мини АБ Бавария. И я на Мини Кантримане на новом объездил практически всю Украину. 7000 километров почти за неделю в первый раз. И 5000, почти 4 там, с копейками тысячи во второй раз, когда Карпатский был рейд. Удивительное место Бакота. Олешковские пески в Херсонской области. В этом году вот сейчас хотим еще попасть на Кинбургскую косу. Вообще, конечно, мест удивительно много. Ну и сейчас в связи с временным отсутствием у нас Крыма, у нас Карпаты для открытия теперь. Многие открывают для себя их по новой. Есть прекрасные Мармаросы, есть прекрасные гора Поп-Иван, Хомяк. Очень много куда можно пойти с многодневным походом. Для любого, на любой вкус и кошелек, от заканчивая от пешей доступности, на машине, на поезде, как угодно. Очень, конечно, я люблю Ивано-Франковскую область, Львовская область, великолепные замки, Меджибаш. Ну, на самом деле Украина такая же прекрасная, как и многие другие страны. И мне очень обидно, когда люди говорят, вот, надо за границу ехать, потому что у нас настолько еще не открытое, столько много интересных мест в нашей собственной стране, которые мы тоже на самом деле очень мало знаем, мало где были. А чи відправляв ти фотографії з Україною у відомі авторитетні світові видання? Да, у мене карпатські фотографії були і фотографії неділі, і фотографії місяця на сайті National Geographic. Прям наші рідні Карпати. Клас. Да, поэтому, ну і печатався теж во всяких изданиях з фотографіями і Криму, і Карпат. Круто. А чи хотів би ти працювати у National Geographic? Наверное, это такая, как каждый мальчик в детстве хотел быть космонавтом, каждый фотограф, особенно начинающий, конечно, мечтает о том, что когда-нибудь он будет где-то работать в таком издании. Сейчас, конечно, я немножко по-другому, но, ты знаешь, если бы мне предложил National Geographic прям работать, я даже не знаю, что бы я делал. Но, ну, наверное, где-то в глубине души все хотят работать в National Geographic. Хотя у меня работа такая, что я сам себе фактически National Geographic. Цей ранок ми зустрілись з фотографом зі світовим ім'ям, професійним мандрівником Антоном Шевельовим. Антон, традиційно побажання від тебе для наших телеглядачів. Ніколи не устану повторяти знамениту фразу, що лежа на смертному одрі ми будемо пам'ятати тільки о двох речах. Жалеть о том, что мы мало путешествовали, мало любили. Друзья, любите, путешествуйте, путешествие – это очень круто, и это настолько открывает мир и кругозор расширяет. Путешествуйте, любите. Щиро дякую тобі за такі побажання і за таку розмову. А з вами був Роман Дрібний. Гарного ранку і побільше вам цікавих подорожей та яскравих світлин. Побачимось!